Выездная администрация. Формат проведения открытых диалогов между жителями и представителями руководства округа, позволяющий поднять не только частные вопросы, но и темы, касающиеся всего муниципалитета. Удобство заключается в том, что жителям не нужно ехать на прием в администрацию. Встречи проходят вблизи дома. Разрешается ситуация. Вот когда так глаза в глаза, то как-то это делается быстрее, это делается конкретно вот в адрес, адресная такая работа проводится в адрес человека, который пришел со своим вопросом или со своей проблемой. В открытом диалоге каждый смог задать вопрос заместителю главы администрации округа Татьяне Квасниковой, а также пообщаться с медицинскими работниками Розой Евлоевой и Валентиной Барилло. Здоровье всегда остается темой, волнующей каждого. Встречи с жителями проходят для того, чтобы дать информацию о возможности, например, лечебного учреждения. В частности, я могу представить информацию по детской поликлинике, какие у нас есть специалисты, какие виды обследования, помочь с теми или иными вопросами. Хочу задать вопрос по поводу новой поликлиники, потому что людям некуда обратиться. Очень перенаселенные районы, и хотелось бы, конечно же, знать, когда введут в строй новую поликлинику. Жители воспользовались возможностью, чтобы выразить благодарность как руководству муниципалитета, так и медицинским работникам за оперативное решение каждого вопроса после подобных встреч. Мой вопрос, который я задавала год назад, был решен положительно. Я очень довольна. Встреча с администрацией в выездном формате на этой территории проводится не впервые, но каждый раз приносит свои плоды. Такие встречи именно с жителями будут проводиться теперь на постоянной основе, соответственно, во всех территориальных отделах. Более 20 человек смогли получить консультации по своим вопросам. Основными темами стали здоровье, ЖКХ и проведение работ по благоустройству. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.